парка Спина Верде. Всем огромное итальянское добро джорно, рагацци. Сегодня мы наконец-таки вырвались в очень красивое место на севере Ломбардии под названием Спина Верде. По сути, это региональный парк, который находится вблизи красивейшего Лаго ди Комо и, собственно, одноименного города. Сегодня нас ожидает 700 метров крутого итальянского подъема. Здесь будет небольшой таймлапс, чтобы дать вам идею. И, собственно, 700 метров ураганного спуска, который будет насыщен корнями, камнями и ураганными поворотами. Это уже второй визит за год этого места, и оно действительно не перестает удивлять. Тот воздух, та атмосфера, те панорамы, которые здесь доступны любителям велосипеда, действительно заставляют возвращаться снова и снова. Поэтому, если вы планируете посещение северной части Италии и любите, как я, велосипеды, не забудьте посетить это место. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и поехали! Ставьте лайки, если так же, как и я, предпочитаете забираться в подъемы. Я вот, если честно сказать, поначалу вообще подъемы не любил категорически. Просто мне казалось, что это такая вот, не знаю, МТБшная фетиш, часть страдания. Но потом с течением времени начинаешь привыкать и даже любить подъемы. Просто потому что они заставляют все тело работать. Это своего рода такой тренажерный зал. Без покупки дорогостоящего абонемента и нахождения в закрытом пространстве. Друзья, для тех, кто только собирается покупать свой первый горный велосипед, двухподвес в частности, если вы хотите штурмовать много переменчивых, так сказать, трейлов, советую вам прикупить e-байк. Если у вас не стоит задачи тренировки тела и похудения. В чем, собственно, плюсы? Плюсы в том, что вы можете сразу бескомпромиссно установить правильное давление в шинах для спуска и нивелировав тем самым большую проблему всех классических горных велосипедов в подъеме. Это когда вы едете на давлении для спуска в подъем, и это, конечно, очень тяжко. На e-байке вы можете спокойно эту фатигу, эту трудность, сложность избежать.
Верно. Неплохо. О, сейчас пойдем. И что за рога такие? Очень жестко. А тут уже просто прирай. Было просто ураган. Ставьте лайки и пишите комментарии. Эмоции пишите. Добрались до самой высокой точки нашего маршрута. 660 метров над уровнем моря. Вот, сейчас полетел, конечно, велосипед. Прямо отлично. На 1-1 бар едем. Сзади так вообще единичка. Отлично. Надеюсь, уже больше не будет таких солид. Вот, ребята, какая же красивая панорама. Откуда даже видно небоскребы и высотки Милана. Вон они. Сегодня видимость просто отличная. Хотя это 50 километров отсюда. Вот такие вот реалии в Италии. Просто велосипед едет сам. Его нужно только направлять. Изи. Вот. Ох, какой зацеп-то хороший. Зацеп. Чётенький. О, полетели. Работает подвеска. Летим. Отлично. Тут, конечно, бы лучше даунхильную подвеску. Продолжай. Ой, да, отлично. Отлично. О, в поворотах сразу максисы берут зацеп. Отлично. Это вам, блин, не 1,5 бар, ё-моё. Зубодробилка. Ё-моё. Повысим на всякий случай передачу.
Манхэттен. Вот. Отлично. Покрышки работают. И тормоза, я думаю, тоже. Нужно притормозить, потому что кто его знает, будут ли машины навстречу. О, друзья. Возвращаемся на трейл. Тут я уже ни разу не был. Не знаю, что мне тут ожидать. Красивые фонтанчики. Верно? Верно? Друзья, красивый спуск, красивый, но нужно быть осторожным, чтобы не налететь на большой камень. Друзья, благодать, благодать, благодать.
Сколько пота, он теперь чувствуется, когда ветер обдувает тело, прям неплохо так. Мы скатимся тут. Друзья, чума. Словил комара. Что это? Бамбуки. Спускаемся. Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично. Козел! Откуда они здесь? Заповедник, что ли? Поверните направо. Если вам понравилось данное видео, обязательно проставляйте ваши горячие лайки, оставляйте ваши эмоции в комментариях, подписывайтесь на канал, здесь будет очень много годного контента по веломото тематике из Италии. И ci vediamo presto, ragazzi!